Honda Shadow 750 Phantom, 2010 год, в таком черном исполнении, полностью матовый. Небольшой пробег. Состояние превосходное мотоцикла, за исключением вот такого вот небольшого косячка на баке. Вмятины особо-то и нету, маленькая, поэтому можно все это красиво сделать. Пока продаем так, как есть. Скидки тоже никто не отменял. Если вдруг кому станет мотоцикл очень интересен, торг есть, можете звонить. На глушителях также есть небольшие замечания, царапинки. Смертельно ничего. Резина. Состояние отличное. Так. Вот. Пока не вижу. Классический привод кардан. Два ключа. Мотоцикл обслуживался в Red Baron. Кто знает, тот поймет. Кто не знает, то это большой специализированный центр, типа как Toyota центр и так далее. Здесь на декоративной крышечке есть трещинка небольшая. Вот так она выглядит. Более замечаний никаких нет. Перед у нас тоже состояние покрышки, в принципе, неплохое. Тормозной диск практически без выработки, колодки остаток больше половины, зад барабан, поэтому там все это надолго хватит. Хром весь целенький, матовые части, элементы мотоцикла тоже все в хорошем состоянии. Пробег 4654, пульты у нас все сохранились. Состояние превосходное, никакого выгорания кнопок нет, затирания также ничего нет. Даже вот окошечко на тормозной машинке прозрачное прям. Двигатель работает очень мягко, без каких-либо нареканий и посторонних шумов.